Академия Михайлова забивает. Я, видимо, направил их на путь истинный. И на гол спустя чуть меньше 3 минут от начала первого периода. Очень часто заходил в зону Академии Михайлова именно с этой стороны. А вот и сравнивает Красная Армия счет. Почаще игра доходила до ворот. В целом бросков, я думаю, хватает. К статистике обязательно потом обратимся. Но всегда хочется еще, и это еще настает прямо сейчас после броска 35-го номера Академии Михайлова Даниила Зарубы. Причем Кирилл Самсонов-то ее отразил. Но вот от его ловушки она и полетела уже в ворот. Дает передачу на Кузьмина. Кузьмин направо отдает. Снова возвращает центр Кузьмину. Сардарян шайбой не стал бросать. Неудобно было. А вот сейчас бросает Красная Армия и забрасывает вторую шайбу в этой встрече. 2-2. Ну вот и воспользовались оплошностью Евгения Кашникова. Уступает, спасает свои ворота. Я думаю, еще вот сейчас хорошая передача была. Но и все-таки дожали они Попова за секунду до появления Максима Алипова. И теперь уже Красная Армия по счету выходит вперед. Низовкин хорошо шайбу подбирает себе. Передача в центр. Далее уже нужно протащить ее чуть подальше. И шайбу забивает все-таки Академия Михайлова. Пускай даже каким-то волшебным способом Артур Гемлединов ее до сетки ворот довел. Вот, пожалуйста. Вот находится 21 номер Никит Шалышкин. Отдал сейчас 71 номер. Ух, шайба сейчас чудом только не влетела. И опять, я думаю, сейчас будет потасовка. И вот здесь уже, да, все-таки до пару хуков дело дошло. Ну, просто ведь, да, это самое яркое за два дня. Да, судейство все-таки успевает их угомонить. Хотя, опять, на Попову там покушались. Попов молодец, среагировал быстро. То ли бросал, то ли опять переводил. Немного непонятно, потому что уж слишком откровенно было это, вот это некрасиво. А вот тут все-таки за 45 секунд до завершения Красная Армия счет поворачивает в свою пользу.